У нас забег номер 8. Нихуя вообще не видно. Да и похуй. Нечего нам и этом смотреть. Это мои айтемы. Я стесняюсь, может, их показывать. И сит тоже не показываю. Минус 4. Дай 5, брат. Тоже минус 4. Да, я вижу, когда делаю на полный экран вроде. Типа, вроде фуллскрин не вижу. А так пофиг. Так, поехали, 8. Сульфур на зверя. Господи, какой приятный старт стрика. Какой приятный старт стрика. Элмеп. ПХ Е4. Два синих. Так, что это мистер Бум? Или как он называется? Нет, это не мистер Бум. Это просто Бум. Бум! Сульфура. Так, 1.03 скорость, 3.60 дамаг. 2.06 тирзы, да? Ну, опять что-то... Ну, тирза опять херовая, но так неплохо вроде. Плюс брим можно вязать. В итоге, зверь, да, это мамкил. Я вообще забыл, что я это уже это проверял. Я когда чекал, типа, когда... Еще делали файл, я проверял, типа, идет ли грид мод в мамкилы. И он не идет, но зверь идет, потому что я хотел забеги на зверя делать до Флорид Кейвса. А сраный зверь идет как мамкил, поэтому не прокатит. Поэтому не получится делать лишние раны на зверя. Если не хочешь открывать рана Флорид Кейвс. Даже забыл, что я сам тестил. Поэтому да, видимо, поэтому токен как бы и дается. Это реально просто мамкил. По мнению игры, это одно и то же. Привет, Соник. Это пригодится. Это тоже может пригодиться. Что это за карта? Но телепорт заблаговременный. Ну, прям очень сильно заблаговременный. Наверное, рановато такой телепорт вставлять в руках. Но опять же, в теории, может быть, Мейс в Депс 2. Мне кажется, такое было у Лисенка, что он пошел, типа, в сторону босса, его просто на босса запихало, а фулл-карта была перед боссом. Это... Блять, это минус автомат. Это минус автомат. Дайте денег. Фу, дали денег, спасибо. Ура, автомат будет жить. Автомат будет жить. Чудо. Чудо новогоднее. Все-таки он выжил. А то все, я уже был готов уже. Снова юзать. Муха на муху. Да будет мега брим сразу же. Шикарно. Просто шикарно. Добрый старт. Так, и что там? Вторую секретку поискать можно попробовать. Где-то явно в этой левой залупе. А тут два места всего, окей. Ну-ка. Черные мешки, сразу есть черные мешки. Как я скучал по фулл файлу. Как же мне их не хватало в этой игре. Блять, куда? Ну, теперь я знаю телепилс. Это, кстати, хорошо. Это очень хорошо. Я уже знаю телепилс. Так что я могу есть таблетки.
Не знаю зачем, но я могу есть таблетки. Идея все еще плохая, скорее всего, но... Но тем не менее. Всего одна копейка и 3 красных хп. Вы что троллите? Ну ладно. А черные мешки-то... Альт Иуда, по-моему, анлок. По-моему, это Иуда. На мегастена, скорее всего. Да. Вроде оно. Взорву. Угу, это было быстро. Ты можешь хелсап дать, я тогда, может, смогу взять что-нибудь получше со сделки и подешевле. Ты не дал хелсап. Это неправда, у Тейвуда есть хорошие анлоки. Dark Arts это тоже неплохой анлок на самом деле. В среднем. И там еще дают этот Trinket магнит, который Number Magnet. Он очень хороший. Он нереально хороший. Он капец усиливает сделки очень сильно. Штама этому больше и хп дают на халяву часто. Это нереально хороший Trinket. Я даже больше из-за него хотел Тейвуду ран типа раньше делать, из-за этого Trinket'а. Он очень полезный. Особенно пока файл еще полупустой. Да вы заебете, меня сегодня эксайтит там. Везде не эксайтит. Отстаньте. Так. Ну то, что вчера Фоллан искал. Птичка! Невеличка. Или скорее наоборот. Величка. Большая птичка. Бля, хороший Брим. Не, Брим, конечно, с кайфом. С кайфом. Да, полностью вчера добил файл. Через боль и страдания, но все же смог. Там концовка была, конечно, душная. Его зарядника не было одного. Это беда. Тут у меня уже нету Брима. Та! Excited! Я так и знал. Жопа чую. Тут будет Excited. Ладно, снова скорость челлендж. Я его много раз проходил за последние несколько месяцев. Я уже профессионал игры под Excited. Все будет нормально. Даже одно и то же, да? Или, кстати, это не одно и то же. Я даже чего-то не помню. Чем-то отличается, типа Excited Effect и Speed Challenge. Или это одно и то же? Не помню. Может быть, ничем и нет. Опять Excited. Я забыл, что Excited, блядь. Чем его взял? Я забыл. Это похоже на вторую секретку снизу. Тут один есть через бомбы. Пошли, слышь? Прогуляемся. Я не заметил, что он туда бахнул. Сказала игра. Нечего. Нечего такими вещами промышлять. Кам. Ага. Трек. Дед Сом Н Ганквар. Название. Как хотите, понимаете. А, опять фолс ПХД. Ну, наверное, давай. Залучим. На скорость, ладно, одну съем, но это уже стрёмно. Минус тирейд, наверное, плохая идея. Хотя у меня только что получил терзоуки. Я много не потеряю. Здорово, Стайл. Спасибо за ресап. Спасибо, 28 месяцев. Теперь я могу съесть ради хп Excited, на самом деле. Тоже вариант.
Так, и на самом деле пошли в Альтраут. И вообще пошли в Кёрсу. Я хп вроде много. Ух, дал бог, взял опять. Торис при своих. Сегодня, видимо, день фолс ПХД. По всей видимости. Вообще, учитывая, что у меня есть телепорт, я могу даже, наверное, этаж пофулкерить. Может, босса убьем второго. Наверное, я могу себе такое позволить. Такое непотребство. Да, мы нарушаем. Бомбы. Я могу в теорию в шахты пойти. Вообще, по-моему, и шахты, и эта хуйня затопленная, по-моему, не проще на подъеме, чем обычный раут. И то, и другое легче. Я возьму мухи только потому, что у меня уже две мухи есть. Вернее, один айтем на мухи. Две мухи и одним айтем у меня уже есть. Поэтому я возьму еще мух. Эти блять. Конечно, тут будет excited. Сразу же, блин. Да. Question mark. А! Кусь. Мистер, item could be anything, could be... Could be a bolt. Рубин Проптовис Ивен. We'll never know. Just took it for the build buff. Transformation, basically. It's the second one now. Maybe I will become a beautiful fly. Learn this run. Ага. Яйки. Нормально, чё. Прикольный забег. Похоже на вторую секретку слева. Опять черные мешки. Ору. Я не буду нажимать excited, нет, у меня full хп. Не хочу, я сейчас лосом буду играть, скорее всего, тем более. Я не хочу. Бля, это противный босс. Давай. Как профессионалы. Две бомбы съел и умри. Брим по итогу был не нужен. Можно было брим не тратить. Справа зеркало. Вангую. Конечно. Как он читает игру, а? Как он ее насквозь просто видит? Ну, профессионал. Прочитал. Пошли, зеркало. Нож не нужен. Мы на зверя. Да, мы на зверя. Только до босса дойдем и хватит. Там был меч, но я его не видел. Хотя, даже зачем он мне нужен? Он... И только мне он не особо-то и нужен. Неплохо дамажит, неплохо дамажит, нормально дамажит. Может, хватит? Еще синяя.
Обалдеть. Ну, надавали хп, конечно. Так, ну погнали. В шахты, наверное, пофиг. Сходим через шахты в этом забеге. Бомбы жаль, но пофиг. Надо потом не забыть свернуть в нужную сторону. Я поэтому еще не очень люблю ходить через альтрауты. Туда-сюда, блин. Заворачивать по 1000 раз. Запутаешься, блин. И вообще, давайте, наверное, 2 этажа скипнем. На этом румы, кстати, тоже. Ради Марса, очевидно. Прикольная анимация. Мне кажется, это из-за Мегабрима, да, такая анимация сразу. Прям. Уф. Уф. Анимация. Какая-то жесткая явно. У обычного Брима нет такой анимации жесткой. Не так сильно он горит. Да-да, это типа Мегабрим. Прикольно. Потому что карбетеры с сульфуром. Автомат, беги. Автомат, мой тебе совет, беги. Беги, пока не поздно. Пока я еще не передумал. Лучше убегай. У меня одна бомба как раз таки есть. Мой тебе совет, автомат, лучше нахуй убегай. Хотя ладно, я могу тут еще проверить. Может быть, там деньги будут. Там не будет денег, там даже бомбы, блин, нет на сундук. Собака. Опять бэтрип. Спасибо, еще нужна бомба, у меня нет бомб. Хватит. Это будет полезно, то, чем я могу воспользоваться, реально. Что? Ладно, успел насрать. Успел насрать. Да ёпт. Уже трахают. Опять паук. Третий паук за 4 забега БТВ, да? Да. 2 паука было в шахтах, и 1 паук был в депсах. Когда я не стал книжку на хп нажимать, чтобы всадника не видеть. Получил паука. Вот оно, конечно, разнообразие видовое опять в этой игре. Так, это атака. Это может пока здесь остаться. Блин, берсерк, ну берсерк хуйня. Не буду брать берсерк. Вернее, я возьму его, но я его оставлю. Тупо ради в хоры. Кстати, в хора тоже, по-моему, 3-я за день. Сегодня какой-то по-моему, поломный какой-то сегодня сидинг в игре. Просто одно и то же падает. Одно да потому. Вообще я могу так сделать. Как-то в плюсе. По-моему, там еще такая таблетка была одна. Ну, была. Да, вот она. Причем она даже другая вроде по цвету. Тонкс. Это у вас все стрики были до сундука. Хотя я делал стрики на 4 цели, на стол стен это было давно. И по-моему до сих пор никто не перебил тот рекорд, хотя там рекорд хуйня. Просто никто не играет 4 цели на толсте, по-моему. Слабые. Хотя это было веселее, чем просто в сундук бегать, по-моему. Динамичнее был стрик. Razor Blade. Полезно. Ошибка. Насрал себе под ноги. Зачем? Зачем себе под ноги срать? Непонятно. Так, ну походу... А, не, бомба-то есть.
Так, автомат. Я пытаюсь его спасти, но посмотрим, удастся ли его спасти. Удастся. Повезло. Даже то, что мне это прилипло, в принципе, не мешает. Автомат живет, ура. Все же он живет. Это было близко. А, ну да, ну кстати. Ну вообще да, я бы этот тоже мог открыть, наверное. Ну ладно, пофиг. У меня хп много, плевать. По хп я вроде не переживаю пока за забег. Пока все норм. А вот блайнд, ну кстати, ладно, как раз я скипну этим руму еще одну, уже точно, что нет смысла брать блайнды. Так что нормально, не проблема. Еще смысла больше получается скипать этому руму на этаже. Подгорел, господи, он об труп загорелся. О, охеренная рума. Гениальная рума, однажды я пойму, как ее проходить. Я понимаю, как ее проходить, это очень долго, надо постоянно ныкаться по углам. Просто лень, когда хп есть, мается. Нет, на меня говорим, потому что у меня карбетеры есть. Из-за карбетери, а не из-за сульфура. Просто повезло сразу карбетери найти. Ёпта. Бабах! Бабах. Он швыряется, а? А он бомбы свои никак, да? От них не дамажится, походу, да? Видимо, нет. А куда? Сюда? Ёпта. Ща блеванет. Там Барсел, ну да, я его сделал это теневым. Не знаю, я пока так оставлю, потом посмотрю. Блять, не успел убить. Чуть-чуть не успел. Ну ладно. Альты на шахтах подъем легче. Мне нравится идти через шахты. Хотя тоже еще подумаю, насколько это того стоит. Подъем на альтах легче, чем... чем это. Чем не в альтах. Есть такая штука. То есть ты немного... страдаешь до подъема, но на подъеме ты чилишь. Что там вообще пофиг. Там все румы легкие в основном. И враги, которые альтернативно это, одаренные, по-моему, не особо сложные. Почти все. В отличие от всяких червяков и прочей залупы. Ну, вообще, в шахты, я думаю, не стоит пройти два этажа, наверное. В шахты тоже нужно только на один этаж найти, потому что депсы, по-моему, легкие. Депсы тоже, по-моему, легкие. Блять, что я сделал? Ставил его. Ну да, у меня мега сульфур. На зверя билд есть. Ну, а до зверя и как бы так дойдем, наверное. Тут билд особо не нужен. Куча хп. А, правда. Но сделка, надеюсь, еще будет. Я надеюсь, я это солю красных хп. Надеюсь, я найду, где его слить. Как же они прыгают. Как же они прыгают.
Дэн к весне. К весне это был дедлайн. Типа, что не позже весны. А так, я уже говорил, что я уже ищу повод просто этой хуйней уже не заниматься. Тут годами. Потому что реально делать файл за файлом это какое-то, ну, ебанатство. Бесконечно. Ну, слишком душно. Я же говорил, типа, когда эта категория стала такой дрочью, это уже не так весело. Пока это было, типа, запустил файл, сделал файл, пошел дальше, это игралось, типа, ну, веселее намного. Сейчас это уже просто стал обычный спидран. И нужно вечно себе мозги ебать. И игру дрочить. Бесконечными рестартными файлами. Это уже не настолько весело играть. Поэтому нужен перерыв. Потом, возможно, снова будет весело. Через какое-то время. Но явно не подряд. Бесконечно файлы делать. Полгода. Это безумие. Это DPS. Куда я вообще иду? Я же все уже видел, да? Я уже все нашел, что мне нужно было найти. Так, мне надо тебя зарядить. Сульфур. О, тебя я бахну. Сделка нужна очень. Надеюсь, что... Ну, хотя если будет Крампус, это тоже, возможно, будет неплохо. Это может быть неплохо. Там уголь есть. Если, конечно, будет уголь. Что не факт. Посмотрим. Так. Да, в принципе, неплохой DPS. Терзы мало. Я нашел один. Не нашел один тиррейд. У меня гриб был на старте. Просто больше ничего не было. Из рестартов я не знаю, буду ли вообще играть. Ну да, если выру, то там раут надо будет маленько переделать, да. Не особо, ну да, маленько может быть переделать, чтобы типа сложные вещи еще раньше игрались. Чтобы быстрее было понятно, стоит ли файл играть дальше или нет. Хотя опять же, с такой менталкой вообще файлы делать смысла нет, по-моему, потому что снова будешь постоянно просто нахуй файлы перезапускать каждый раз, типа хз. Насколько это вообще имеет смысл. По итогу можно особо, по-моему, там ничего не менять. А так подходит раут плюс-минус. Так, телепорт есть. Айзек! Далее. Это первая книжка, да? Я вряд ли соберу букворм уже. Так что дай-ка, наверное, возьму. Все равно полезнее будет, чем все остальное. А еще я мог ключ не тратить. Кек. Мог ключ не всирать, потому что у меня снова телепорт. Так, вообще я с собой заберу фулл карту. Это мне этаж сэкономит один. Вообще это тоже можно взять с собой, подожди. Это на Брим будет, правда... Это на Брим хорошо будет, потому что это будет тир-рейд просто халявный, смешной, смешной узор. Но с другой стороны, это будет со слезами, наверное, так себе работать. Просто классно. Мне это играть сейчас до Брима. Как будто, может быть, и смогу. Ой, какой красивый узорчик. Завитушки пошли опять. Завитушный Брим. Блять.
Тут даггером стреляли, проще их убивать, чем по ним стрелять. Удобно. Блять, по старому. О. Здорово, урод. Я тебя больше не буду никогда нахуй фармить в этой игре. Хотя на самом деле это неправда. Он бывает полезен на стриках, когда нужны заряды. Это нихуя неправда. Возможно, я буду его фармить. Посмотрим. Вполне возможно, что и придется его фармить все равно. Однажды он будет снова полезен. Так что не будем загадывать раньше времени. Кстати, я так и не увидел планетарий, да? Блять, это лост. Мне теперь лень уже искать по всему этажу, и даже если тут планетарий есть, то долго и нудно. Это лоста. А на пофиг. Остались без Марса, увы. В этом забеге Марса не будет. Какая досада. Так, у нас две этом-румы в шахтах, да? Вроде осталось, если я правильно помню. И здесь Blind Titan подчекать. Кстати, не знаю. Каприкорн как будто того не стоит. Опять чемпион, который срет. Бежит и срет. Господи, как же он бежит-то еще при этом быстро. Блин. Басруна. Типа я получу, наверное, с Каприкорна меньше, чем со шлюпки получают. Ну хотя там тирейт дается. Ну вообще нет, там дается тирейт. Наверное, все-таки стоит взять Каприкорн. Пофиг. Может быть, бомж по дороге какой-нибудь будет. Бомжом активируем шлюпку обратно. Кто знает. Есть шанс. Я тебя, блядь, не видел, господи. Блин, а похуй. Ты не скипал, да, ничего. Тут все забрал. О, мало. Не буду тратить. Так, а где я юзаю фулл карту по итогу? Видимо, на первом этаже. Мне этого надо искать. Тут мне этом румы нужны. Давай. Скорость довольно большая вроде. Тык. Тык. Не-не-не-не. Не-не-не. А этом рума. А этом рума. Вспомнил. Ёпта. Блять, это муха. А, это Бельзебуб. Фак. Но это мне может. Хотя на самом деле мне это нихера не пригодится. Ладно, один этаж пригодится, там где мух много. В подвале. Типа, такое себе, конечно. А хотя тут тоже мухи есть, ладно. Тогда, возможно, не так все плохо. Окей. Какая-то польза есть. От зуб польза будет небольшая. Удачи мало. Удачи нуль. Мега чемпион. Гига крот. Мощный крот. Эксперимент не может минус хп. По-моему. Он может хп отнять до нуля. По-моему, как будто... Да нет. А хотя может. А не, может и может красный набирать. Сука, минус дэмэдж. Минус скорость. Опять меня чат подставил. Эх. Ну ладно. Ну вообще да, он вроде отбирает красный. Все правильно. Я путаю с этими. С таблетками путаю. А, плюс удача, да. Будут зубы лучше вылетать. Ура. Уже польза какая-то имеется. Не бесполезно.
Тут я тоже, да, по-моему, скипал? По-моему, тут я тоже скипал. А, нет, тут я взял муху. Тут я взял муху. Ради Бельзебуба. Муха, ты сука? Муха, ты сука, а не муха. Там муха обратно оживилась, окей. Окей. Попала муха. Так, это второй этаж. Полетели здесь, наверное. Тут я, по-моему, ничего не скипал. Я брал этому. В обычном рауте. Да, зубы на брим работают. Вполне. Да, вот тут, кстати, охуенно Бельзебуб работает. Потому что это одни блядские мухи. На этом этаже. Очень много здесь. Тут прям кайф. Тут прям хорошо мухи работают. Трансформация. Поэтому я на самом деле фанат иметь Бельзебуба, брони на зверя. Очень полезная штуковина. Меченые. Вот муха это не очень полезная, а вообще Бельзебуб это штука полезная. Муха, конечно, которая бахаете въебала, нихуя не полезная в среднем. А вот полет штука хорошая. Вполне. Так, забираем бомбу. Отсюда. Так. Не та карта, что мне была бы нужна, ну ладно. Так. Ну ка, мне все равно красный хп, в кроватке не поспишь. Нет, мухи всадников не переманиваются, они уникальные. Им насрать. Этим мухам... А, у меня же сзади, да. Ну нет, их сайтит все-таки, наверное, нет. Я не готов столько времени ждать. Муха. А, господи, стопай, думаю, что такое слоу-моушен дикий. Я растоплачу весь забег считай почти. Опять. Так, догму опять переклинила одна атака. Одна атака, других она не знает, все. Я прям въебался аж в нее. Первая фаза мерзотная, что-то жопа горит с нее. Муха не попала. Ну-ка, ну-ка. О, попала! Я так и знал, сейчас будет контакт. Есть контакт. Уже она смогла. Муха, которая смогла. Кстати, вторая муха тоже смогла, подожди. Она ее нашла. Молодец. Блять, промазала. Попала. Кайф. Ура. Ну-ка. Так, чё там? Зверюга, выходи. Я ждал весь забег, наконец-то сульфур. Реализуем сульфур. Нормально. Довольно быстро прошли первую фазу. У меня будет еще два, да, заряда сульфура. По идее. Жаль, 9 вольт не нашли. Кстати, муха, да, муха, вон она. Чилит. Ну, ей там норм. Ей нормально. В принципе, что ей делать уже? Да, эти мухи не очарованные.
Увы, эти мухи реально уникальные. Бельзебуб контрит. Хотя было бы прикольно, если бы эти мухи тоже были бы вражеские. Для них. Было бы забавно. Мега-мега грим. Венера, наверное, за чарами, да. Вроде, ну как бы там есть очарование эффект. Он все еще вроде работает. Хотя тоже что-то так сразу не вспомню. Видел такое в кино или нет. Но, может быть, и видел. По идее, да. Я думаю, должно очарование работать. Все равно. Аж трясет. Муха просто боится, наверное, вот что я понял. Она боится этого файта, поэтому она не хочет в этой битве участвовать. Держалась в углу. Говорит, не полечу я туда. Там страшно. Какие-то всадники все огромные. И это ебалака. Все, полетели вместе с мухой. Кстати, муха при этом, она даже осколки не взрывает, кстати, вот что я понял. Она даже осколки не бахает. То есть она даже коллизии игнорит с ними. Забавно. То есть ей настолько похуй. Мухе вообще похуй. Она вообще не парится. Не, зверя тоже там не задело. Так, тоже вторая фаза. Сколки падают. Я думаю, сейчас мы заигнорим, наверное, смешные атаки. Сейчас будет разворот просто, скорее всего. Или не... Ты серьезно? Да не. Да не. Иди нахуй отсюда, друг. Не. Окей, вы успели. Вообще время вы потеряли бы только на этой атаке смешной. Слишком долгая атака. Но это было близко. Почти получилось. Я думал, DPS'а будет больше, на самом деле, что-то как-то не так много и билда-то оказалось просто нормально. Спираны закончились? Это вы так думаете, на самом деле они просто здесь продолжаются. Чё-то ты Мамби много ебанул, по-моему, тебе не кажется? Но спасибо, конечно. Но еще пока рано. Так, 8-й забег, бегаем.